Внимание любителей велоспорта. В воскресенье 20 августа на озере Банное уже в третий раз состоится кросс-кантри марафон «Горное ущелье». Организаторы мероприятия приняли решение перевести марафон в формат одного круга. В итоге маршрут будет более интересным. Изменена конфигурация трассы. Она дополнена новыми секциями – скоростным участком вдоль Уральского хребта в начале круга и подъемом на гору Шершелтау. При этом устроителям трассы удалось сохранить технически сложный каменистый подъем на перевал и головокружительный спуск по ущелью к финишной поляне. Как обычно, участники категории «Про» будут преодолевать круг длиной 50 километров, а спортсмены категории «Фитнес» – дистанцию в 25 километров. Дополнительно будет проведен детский заезд по кругу длиной 1 километр. Старт веломарафона в воскресенье в 10:30.